Председатель Компартии Коммунисты России Максим Сурайкин. В Алтайском крае с официальным визитом он уже в третий раз. Напомним, партия баллотируется в Краевое ЗАГС Собрание и в Госдуму. Главная линия партии – возврат к советской социалистической системе, а также создание единого экономического пространства. Причем это будет выгодно и для России, и для наших братских народов, потому что это единый экономический комплекс, он всегда дает максимальную эффективность, это дает возможность создавать единую промышленность, рабочие места. Если наши избиратели хотят вернуться к лучшей жизни и вообще к хорошему будущему, то надо возвращать социалистическую систему. Что касается заработных плат, что касается реформы здравоохранения, о том, как уничтожались поликлиники, больницы, сокращались стационары, количество мест и так далее. Мы все прекрасно это все знаем. С этим надо бороться. Но люди должны сами понимать, что если они сами не готовы выйти на защиту своих интересов, то здесь никакая партия им не поможет. Изменить пенсионный возраст, уехать олигархические семьи из страны, вернуть доступное образование, жилье, медицину и принять закон о национализации крупных производств. Все эти планы партии, конечно, требуют времени и поддержки избирателей. Я думаю, что уже первые социалистические элементы, как бесплатное жилье, образование и медицина, мы можем реализовать в ближайшую пятилетку в случае, если фракция настоящих коммунистов появится в Государственной Думе. Несмотря на нападки конкурентов, партия все же собрала подписи и отбилась от иска в суде. На этих выборах коммунисты России рассчитывают получить не менее 10% в ОКЗС и больше 5% в Госдуме. София Яценко, Ирина Корчагина и Алексей Фризин. День с толком.